Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем нарезной карабин от оружейного завода Молот, модель Вепрь 308 СОК 95 в калибре 308 ВИН. В комплект поставки входит сам карабин, паспорт изделия, и магазин на 10 мест. Ортопедический приклад и цевьё выполнены из ореха. На рукояти и цевье имеется насечка для более лучшего контроля над оружием. Затыльник выполнен из твердой резины. Снизу на прикладе и на цевье имеются крепления для установки быстросъемных антабок. Основные части карабина выполнены из оружейной стали. На карабине установлен пулеметный целик, который регулируется в двух плоскостях. Для установки оптических или коллиматорных прицелов на левой стороне коробки имеется планка «Ласточкин хвост». Предохранитель флажкового типа блокирует ход спускового крючка. Автоматика работает за счет энергии пороховых газов, которые забираются из ствола. Так как данная модель собирается на базе ручного пулемета Калашникова, разбирается она идентично ему. Для этого необходимо снять крышку ствольной коробки, возвратную пружину и извлечь затвор. Канал ствола и патронник хромированы. Ствол нарезной выполнен из оружейной стали. Штатный пламегаситель съемный. На конце ствола имеется резьба для установки различных аксессуаров, таких как ДТК, либо другие пламегасители. Фиксация осуществляется с помощью подпружиненного пина. Сборка карабина происходит в обратном порядке. Данная модель предназначена для охоты на среднего и крупного зверя. Магазин пластиковый, коробчатого типа. Вмещает в себя 10 патронов калибра 308 Винмаг. Патроны устанавливаются путем продавливания подавателя. Приобрести эту модель вы можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовывозом, при наличии лицензии серии LNA и паспорта. Более подробную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.